Привет, друзья! Сегодня мы с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сейчас я вам покажу первоначальный этап, как научить собаку выдержке. То есть первое – положение лежа. Собака у меня, все вы понимаете, что она умеет это делать. Ну, просто для того, чтобы было понятно. Из положения лежа нам труднее всего вставать. Первоначально мы начинаем заниматься там, где собака привычная, обстановка без раздражителей. Основные правила дрессировки, смотрите. Что мы еще делаем? Я сейчас не обращаю внимания, как лежит собака. Она может лежать в развалку, как угодно. Я сейчас добиваюсь того, чтобы она у меня, ну, была именно выдержка. Как это будет лежать, для меня сейчас не важно. Я потом эту градацию буду увеличивать и буду собаку заставлять лежать правильно. На данный момент мне надо, чтобы она лежала. Вот у меня есть мотивационный предмет, который будет удерживать собаку на месте. Если собака пищевик, можно использовать какой-то другой предмет. Единственное, чтобы она не смогла достать его. То есть, смотрите, тоже учитывайте эти моменты. То есть, я вот кладу предмет, говорю, лежать. Или, ну, ждать команду произношу. Какую хотите команду, можете место сказать. Это не важно абсолютно. То есть, если это ваша конкретная собака, не служебная какая-то, здесь... Вы можете придумать все, что угодно. Ждать, допустим, да, вот это тут распространенный жест ждать. Дальше я отхожу на один шаг, буквально на один шаг отхожу. Меня видно сейчас? Я отхожу на один шаг. Одна секунда времени, подхожу. Молодец, хорошо. Мотивирую. Ай, браво, умница моя, браво, умница. Опять ждать. Отхожу на один шаг. Секунда времени. Молодец, хорошо. То есть, молодец, хорошо или гуляй, это собаке отбой команды мы даем. Еще я прошу обратить внимание на то, что я отхожу, не поворачиваясь спиной. Когда я повернусь спиной, собака, ну, у нее инерционная, она сможет сорваться с места. Почему положение лежа? Потому что из положения лежа достаточно тяжело встать. Еще раз повторим. Все у нас начинается с одной секунды, с одного шага и так далее. Потом мы увеличиваем расстояние, увеличиваем время. Но первоначально делаем так. Мотивационный предмет. Ждать. Обязательно. Делаем шаг назад. Если собака подождала дольше, смотрите по ситуации. Подходим. Молодец, хорошо. Гуляй. Все. Потом увеличиваем время, потом увеличиваем раздражители, выходим на улицу и так далее. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.